Привет, друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о подписчиках. Так как моему каналу в июле исполнился год, я планировала, что за год я выйду на монетизацию. Для этого мне надо было набрать 1000 подписчиков. На данный момент у меня 600 подписчиков. И так как я работала очень усердно в течение всего года, выставляла ролики, создавала что-то интересненькое и рассказывала о жизни в Англии, ну а также о той жизни, что я сейчас провожу в Санкт-Петербурге, к сожалению, на монетизацию я выйти не могу, поэтому интерес и стимул создавать что-то новое в таком темпе, как я делала это раньше, у меня пропал. У меня есть другие проекты, которые сейчас идут и которыми я готова заниматься, потому как им надо тоже уделять большое внимание. И так как здесь у меня ничего не получается, люди, конечно же, смотрят мои ролики, но не подписываются. В таком бешеном темпе я рассказывать больше ничего не буду, пока не наберется 1000 подписчиков, потому что что-либо делать все-таки приходится очень долго, а бесплатно работать никто из нас, конечно же, не хочет. Да и какие там деньги? Просто хотя бы, чтобы хоть какая-то копеечка падала. Например, на моем первом канале, на котором у меня идут заработки, я получаю 2000 рублей в месяц. Ну не знаю, если мой труд вообще никак не цените, тогда просто не смотрите мой канал. Ну а если вам интересно узнавать что-то новенькое, пожалуйста, подпишитесь, и тогда у меня будет больше желания что-либо рассказывать новое. Ну правда, настроение просто угасает от того, что все смотрят, но никто не подписывается. Никак не ценится мой труд. Поэтому, если вообще не будет никто подписываться, значит канал будет создан только для меня. Что я предлагаю для подписчиков? В августе я все-таки планирую съездить в Лондон. Но будем надеяться, что границы откроют, потому что моя виза заканчивается 1 сентября, и в августе я еще могу попасть в Лондон. Это без каких-либо проблем. Моника меня ждет, билет на самолет купить я смогу. Ну и, естественно, буду снимать репортажи уже в прямом эфире под названием «Стрим». Я уже об этом говорила, что ролики под названием «Стрим» — это будет уже прямой эфир. Лив — это то, что я сейчас хожу или тогда ходила в марте и показывала, потом монтировала. К сожалению, монтировать ролики в Лондоне у меня нету времени, потому что хочется побольше походить и поснимать. Поэтому, если я буду что-либо снимать, я буду снимать уже в прямом эфире. И это будет доступно только для моих подписчиков, которых я очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо, что смотрите меня. До новых встреч!